это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одну половину истории. Но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Да ну. Бывает, иногда, немножечко. Но я бы не ударил тебя в спину. Да, это время... Эти разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Может, водяное колесо? Я так думаю. Это все. И когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну... Когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, что... Короче, я понял. Я мелкий. Где может быть этот камень? Thank you.
Смотри. Слушаюсь. Интересно. Что там случилось? Наверняка он непростой, раз Синдри его ищет. Ну, у разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета.
плохо. Неплохо! Что это значит? Тут сказано «самозванец». Тут везде такое написано. Смотри. Еще одна карта. Сын. Слушаюсь. Тут свиток. Это написал сын. Ты, как много ты. Отец, прости меня. Угрызение совести. Сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы ловки кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу. Хранилище. Я вижу что-то внизу. Жаль, мамы здесь нет. Я вижу что-то внизу. У меня вопрос. Если Эмир был первым великаном, откуда он взялся? Давай я тебе попозже расскажу. Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. Космазки! Сказал он. Я не стал просить его вернуть. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амелы? На память о добром друге Синдри. Я так тронут. Больше
брату в руки. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Корю же следует. Юный Атрей, чем могу служить? Рад, что был полезен. Можешь снова рассказать ту историю? Насколько я помню, мы начали говорить об Эмире, первом великане. Вначале был Генунгагап, великая пустота. Миров еще не было, только первозданные силы. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали... Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Из этой воды возник и мир, воплощение созидания и хаоса, мать и отец всего, что родилось после. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти и мира. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь Эмира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Эмира Один скроил Мидгард на свой вкус. Себя он назвал всеотцом, будто он сам был творцом, а не убийцей творца. Мелкий, завистливый тиран. Эмир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте.
Давай еще раз, не отвлекаясь. Ну, еще раз. Готов? Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфа. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о страхах, о которых я не знаю. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след и без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова, где черная руна? Не знаю, никогда тут не была. Хани, мы на месте! Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может быть. Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было, но ты смогла научиться кое-чему, не без помощи Брока. И Брок там был? Я... Потом отсюда. Гостям не рады. Опыт.
небольшой прогон, как раз для мальчика. Осторожней, а ей тут нет, некому сшивать тебя из двух половин. Тихо, голова. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Приготовься! Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может хватит. Проходы. Понял. Иду. Я боюсь.
А я-то думал, те пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Разнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они им нравились, растут все стена в их изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Может, это ее подарок? Не вижу очередной ловушки для... Витрофхель? Может подняться на балкон для лучшего обзора? Наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. Отсюда. Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати серебряный гонится за луной. Сколь золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо, Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Левый! Правый рычаг! Средний рычаг! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард... Левый! Средний рычаг! Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Средний! Правый! Средний рычаг! Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Правый рычаг! Средний рычаг! Правый! Получилось! Но утонуть я не могу. Хоть что-то. Не останавливается! Зачем это
Мальчик, останови эту цепь! Как? Я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Эд. Руна у нас! Все получилось! Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли! Но мы же боги. Видал я и побольше. Ха, жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Рума! Йорф! Мы идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. А, теперь я могу прочесть. Но это имя. Рота! Ого! Это имя ее зажгло! Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет. Может, я хранил твой секрет слишком долго. Но теперь тебе придется хранить наш. Я могу прочесть. Тут сказано, что в Муспельхейме находится вызов Сурта. Так называются эти испытания. А, теперь ясно. Кто бы еще стал упражняться в таком месте, как Муспельхейм? Йоса! Но зачем скрывать, кто мы?
Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но... О, я рад, что все еще полезен вам. Ты вернешься, когда тебе что-нибудь понадобится. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду. Даже боже. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать не согласилась. Она не богиня. Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам. Hmm.
Валькирия, надо спасти ее. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов. Да, и я тоже. Если это имеет значение. Я благодарна вам за то, что освободили мою физическую оболочку. Как это вышло? Я не знаю. Мой разум расколот. Рокстелла Валькирс. Это последнее, что я помню. Что? Вальхалла ждет. Я должна вернуться. Что это? Что-то вроде тайного зала собраний в Мидгарде. Валькирии нужно было место для встреч, укрытое от взгляда Ордена. Они думали, что хорошо спрятались, но известная поговорка неизвестна сидит. Вся отец видит все. Где это? Мы были рядом, когда шли добывать резец Тамура. Вход в зал слева от статуи гребцов. Тогда ты об этом промолчал. Я же не знал, что мы начнем охоту на валькирий, брат. И мы выясним, что стало с валькириями? Этот зал был для них очень важен. Наверняка там будет то, что все прояснит. Сзади!
Один хочет раньше нас успеть в Йотунхейм. Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них? Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Аса. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдр где-то поблизости. Хорошо. Мне есть, что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться. Я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Но нужен другой путь наверх. Тебя учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Ух.
Еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Готовься. Громогласная. Госпожа, скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу? Прощай! С какой целью? Я не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Да ладно. Сигрун, королева валькирий. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была воплоти. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить, скажем так. Вы... были влюблены? Ох, парень, я же покраснею, наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же валькирии, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда они плохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать. Если, конечно, вам не жаль времени.